Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Бравл Старсу. А сегодня у нас по плану испытание ко дню холостяков. А я понимаю, что мало холостяков, наверное, играет в Бравл Старс, но все равно, чем не праздник, чем не повод заработать, получить хорошие подарки. А подарки, как обычно, везде единички. Вообще везде единички, кроме последнего этапа, да? Ну и можно получить значок тоже с единичками. В принципе, если не пройти его, не смертельно. Но если пройти, просто прикольно. Лишний драйв, лишние эмоции. Длится 4 дня, так что может все, кто не успел там в первый день, второй пройти спокойно. И это парное столкновение. То есть здесь, получается, все бои проходят в парном столкновении. То есть не там нет других карт, как обычно там. Так что сегодня мы будем вдвоем играть. Так, ну что ж, начинаю запись. Это испытание будем проходить с Флэком. Флэк, привет. Всем привет. Можешь теперь погромче говорить, а то там тебя бывает плохо слышно. И первая карта вот такая. Выживи на арене. Ну, выживи в день холостяка называется. Меня заставляют играть Вольтом. Флэк играет Динамайком, которым... Тоже не любит играть. Не, я Вольтом люблю играть. Мне им нравилось играть. Тем более такой скин модный есть. Главное, как будет получаться. То прошлое испытание у нас вообще не получалось ничего. До там трех проигрышей. Все, начинаем. Надеюсь, сейчас будет получше. Погнали. Флэку до холостяка еще далеко. Мне, надеюсь, тоже. Так. Погнали, погнали. Так, я пока экономлю запасы. Ой, блин, я забыл. А там уже у нас сбоку вычисляют. Иван, давай. Ай, блин! Зайдем. Отходим, отходим. Я не рассчитал немного. Иван, зайди лучше, давай в кусты зайдем. Я понял. Красить. А нет, нет! Да что ж такое? Иван, не умри только. Да, я умираю, все. Я что-то вообще потерялся, я задумался. Короче, извини, тут мой бог. Короче, главное просто... мне сейчас выжить. Блин, тут куча Эдгаров. Против Эдгаров, ну, да, Динамайк да. Вообще бессильный. Да и я, получается, я не... Короче, ну плохо сыграл. Давай, 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 давай. О, отлично. Ай, блин, плохо, плохо, плохо. Блин. Ну, добил бы его. Ладно, давай, собирай банки. Кидай туда, вниз, вниз кидай. Да вниз. Ой, кидай. Нет, нет. Фух. Все, нормально. Так, у меня есть еще вот эта заглушка. О, заглушил. Давай, давай, сейчас я появлюсь. Так, ой, ты, блин, этот бас еще. Ну да. Меня охраняй, так как я, блин, вообще тут сейчас бессильный. Хорошо, давай, давай. Давай, так, ты беги, все, ты беги, уже, а я... Не в проигрыше. Опа, отлично. Ай, блин. О, отлично. Хорош, хорош, хорош. Охраняй, охраняй, блин, я не... Да, ты лечись пока, главное. Ай, нет, блин, нет. Да ну что ж такое? У меня не сработал этот, ну, телепорт, получается. Я видел его, я нажимал на... Или у меня просто не было их уже. Ой, ладно, плевать. А второе место... место... А второе место засчитали, да? Ну да, как в обычном парном столкновении. Но я что-то здесь вообще так потерялся как-то, честно. Ну, во-первых, я давно Вольтом не играл, кажется, вот. Плюс... Короче, у меня свои отвлекалки были в начале. Сейчас, надеюсь, уже получше будет. Тут бесполезное, так что можно и второе занимать. Ну хорошо, да. Ну все равно приятнейше все-таки, когда выиграешь. Так. А толку нету. Не, старпоинты не прибавятся, все будет то же самое. А, так, понял. Так, там вроде тоже Динамайк, там какие-то пики уже тоже бегут. Блин, нафиг, зачем мы поперлись в этот центр? Тут сейчас начнется бойня. Ай, нет, ай-яй-яй. Не-не-не-не. Нормально. Так, у нас 6 банок, блин, и я офигею, что мы еще вот эту карту. Блин, не достала бомба. Ну ничего. Ай, блин, залагала. Так, все.
Так, охрани меня от Эдгара, я бесполезен. А как я тебя могу охранять от Эдгара, если... Могу против Спайка. Так, там что-то был. Нет. Так, ну, он там ниже остался, да. Никого. А вот. Да, я ж вижу, да. Давай их там побьем немного. Давай, все, на тебя надежда. Отлично, о, я, сука, я схожу. Вообще, я двоих вынес. А потому что звездная сила больше урона получается. Нет, о, все, отлично. Давай у меня теперь. Один на прыжок стоит. Это потому что у меня банок много уже. Я вот тут спрячусь такой. Маленький. Ладно, весь. Я тогда следующую катку беру демонтаж. Я бы мог, наверное, убить базу за хорошие катки, если бы у меня было бы это пассивка. Ого, там. О, давай! Вот говорю же, вольт-то сильно им попотит этих Эдгаров дурацких. Ну да. Пока там они к нему только подходят, тут мы просто взяли сейчас и. Так, у тебя, надеюсь, остались еще. О, все. Так, уже ничего не осталось. Ну, я же в этот раз мы как-то чуть получше сыграли. Ну, не намного как бы, но все равно. Эффективнее. Так, я беру демонтаж. Это оказалось пассивка бесполезная. А что такое демонтаж? Демонтаж — это вторая пассивка, которая наносит на 1000 уронов больше. Так я думал, она у тебя и есть. Тю. Нет, прошлые катки, которые мы сейчас играли, у меня был динопрыжок, и я не использовал эту пассивку. А я же тебе говорил, сразу бери ее, ну как бы. Все равно, то надо слушать старших. Мы тогда поиграли в первой катке. Ой, блин, мы вообще без банок почти. Паники. Да, плохо, тут надо будет выживать. Ой, ай-яй-яй. Так, Води, Воль тоже хорошо контрит Джесси, так ай. Что... Ай, блин, не-не-не-не-не-не. Так, мне нужно просто чуть-чуть. Опять что ли рандомы? Что-то я не вижу тут вообще никаких пиков, вот один, этот Воль, Динамайк. Я вообще таких пиков не вижу, все тут рандомно что ли играют. Ой, ай. Ай, тебя застанили. Все нормально. Хорошо, что не убили. Так, я сейчас боюсь, что оттуда кто-то выпрыгнет. Нет никого. Так, там такой же. И видишь, все а тоже... Нет, там тоже так, эти... все, давай сидеть в центре. Блин, ладно. О, вот. Давай сидеть. Там, по-моему, это сидит. Так, аккуратней. А я забыл, что мне можно ж, блин, сделать так. Я просто иногда про это забываю. Так, все, мы их выносим. Блин, у тебя гаджеты... Когда там гаджеты? Два еще штуки есть у меня. Вольт, не улыбайся, блин. Ты сейчас можешь третьим, пятым отлететь. О, там Джеки. Вынесу. Блин. Блин. Давай, давай, там, туда там кидай. Там это. Все, грохнули. Ты забываешь, что мне нужно прокачиваться. Все, сейчас вольт. А нет, он не на полный. Давай его. А нет! Блин! А добей же ты его как. Сходи. А, там еще он вылез. Хорош. Все, я его замочил. Я схожу, да? Ты тоже отойди немного. Так, все, я Эдгара еще тоже убил. Все. Нормально. Все, это выигранная карта. Молодец, да. Я пока там бегал, пытался что-то сделать. В общем, тут все получилось уже. Ну, немного разыгрались, как бы уже сразу пошло дело. Так. Так, вроде следующая карта озеро мертвецов, да. Это будет тот же самый пик Вольт Динамайк. Можно, да? Так давайте тогда не тренироваться, какая разница, мы, в принципе. Так, играем, да играем. Мы хорошо играем. Да, давай. Начинаем. Так, о, центр такой нормальный себе. Главное, чтобы мы туда первые. Давай, ты кидай пока. Вот. Так, ой, так, забери баночку. О, застанил. А, нет, Эдгар, блин. Блин. Плохо дело. Давай отсюда отойдем, наверное. Мы этот попали? Давай отойдем пока. Будет. Ой, блин. Так, эту Амбер вынести нужно.
блин. Я ж просто вообще сейчас никакой пока с такими... С такой дальностью. Я еще никого не попал ни разу. А, спасибо за баночки. Ой-ой-ой. Да нет! Ай-яй-яй, да что ж такое? Я убегаю, я убегаю. Убегай, давай. Стой там пока, охраняй кусты. Блин, я думал, я попаду в него. Но да, нет. Да. Ну, по-моему, тут уже сильные игроки идут. Там не то, что сильные, просто не повезло, во-первых. Ну, я тут тоже не вижу так сильных, блин. А, нет! А! О, отлично. Ой, давай, 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 давай! Хорош. Дай. Не, этот, не обязательно прям. Вот он допрыгался. Красавчик. Ай-яй-яй, блин. Ну что я мог сделать? Ой, блин, там они со всех сторон выжить, ждали. Хоть бы выжить, ой, не так, беги так, куда, так, не знаешь. Так, тут нету никого. Все, давай, сюда. Стой здесь, короче. Нам просто нужно дождаться, о, пока. Так у меня 8 банок, блин. Я тут вообще всех отнести не могу. Да, ты просто с 8 банками можешь всех вон там накидывать. Разнести, но мне не мешают, они тут все как-то. Ай, блин, помоги. Да. А, все. Вот, все. Я же видел, главное сбоку перезать, пока они там все друг друга разобьют. И в итоге просто подойти и сливки собрать. Так сегодня и надо. Я сегодня покупал ящики, хоть свои старпоинты. О, кстати, я ящики еще не покупал, да, я этот глянул, что они есть, но еще не покупал. У меня там уже тоже открылось, собралось немного подарков, нужно будет их пооткрывать потом. Блин, центр, блин, там справа вроде хорошо. Давай я пока справа возьму. А. Так. О, блин, вообще красавчик. Ой, класс, красавчик. О-хо-хо, как я динамайком всех разношу, я тут говорил, что не умею играть им. Аккуратно, не зазнайся. Так, аккуратней. Давай-давай, пока отходим лучше. Стоим, не высовывайся. Я ай, же... блин, бас, не подходи к нему, не подходи. Он да я ж в курсе, он зарядился уже. Блин, я в никого не попал, опасный, понимаешь, я не заряжаюсь. Все, стоим, просто ждем пока, как в прошлый раз. Так, ладно, не ломайте, блин, паливно сильно. Все, отходим. О, давай, давай, давай! А, вот это я нарвался, блин. Было по мне немного... Ладно, я хоть убил этого база. Он сейчас барна, тут проблема. О, вообще класс. Так, эту... Он... Чела, блин, она с пассивкой. А, блин, как он... А, он сразу с ультой был. Давай, 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 давай. Я живу, я живу. Ой, нет. Там промазал, нет. Ну... Вот это ж только начал, кажется, говорить, что хорошо играю, и сразу вот мы попали. Не надо такого делать. То есть, вот когда мы уже сыграем все, тогда уже будем играть. Видишь, язык мой, враг мой из той серии. Бас просто не вовремя появился, блин, и... Да блин, тут почему сразу начали, блин, давать своих них мод, блин, базу? Главное, верить то, что пройдет. Так, я там убил одного, но там его этот приятель ушел. Да я тоже. Блин, какой же урон большой. Что, я почти убил эту. Эмс, вот это демонтаж. Блин, там спалился. Эдгар. Отойди лучше подальше, чтобы на тебя не прыгнули. Блин, тут хотя бы Эдгаров, тут хотя бы, блин, Эдгаров так много. Блин, взял, проспонсировал другого Эдгара. О, да, о, вообще, классно. Я он немного промазал. Так, и мне от тебя далеко отходить сильно нельзя, конечно. Ну, потому что тут Эдгар, блин, он на меня прыгнуть может, а я ничего не сделаю. Так, пшикалка, пшикалка. Отойди, 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 отойди. А?
Хорош. О, вообще! Правда, там Эмс откушалась. Давай, давай. О, отлично, все, хана ей. 4 банки. Там еще один Эдгар, но мы но уже он тут, с четырьмя. Ой, блин! А, помоги, помоги! Хо-хо-хо! Да, ну ты видишь, уже лучше, как бы. Если не зазнаваться, сразу все получается. Ладно, я молчу. Так, что у нас там? Получается, 6-й бой уже, так, да? Так, еще озеро, у меня тверцов, блин. Еще это же озеро. Что? Ай-яй-яй, вообще блин, без банок. Блин, засунули в самое лучшее место. Ну ничего. Динамайку тут хорошо, он там может раскидать. Ладно, о, смотри. Байрон! А, нет! Ай, убей! Блин. Да, что ж такое, я... Надо смотреть, куда бежишь, понимаешь? Я пошел тебя выручать и сам, блин, запутался в клавишах на этом дурацком эмуляторе. Ну сейчас я ничего не погубнил, так что, блин, сам... Нет, ты просто шел в сторону, кажется, и надо было смотреть, что... Блин, какой-то профессиональный динамайк опять попался. Все, давай, все, это теперь ходим вместе. Так как я вообще беспомощный, без вольта. Так, давай стреляй, там еще никто не... Мы с этой стороны сюда первые добегаем, поэтому вот он тебя и словил. Он подождал, как бы, и все. Так, идем. Все, теперь надо... Ой, блин. Просто вот на шару проиграли, блин, бой. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ай-яй-яй, плохо. Блин, хильщик. Так, добывай баночку, я тут сейчас этих отвлеку. Аккуратно. О! Сейчас, да, отвлекаешься. Классно, классно, классно. Там сверху идут. Ой, блин! Блин, я Шелли испугался, так как у нее ульта была. Я думал, сейчас застанет. А, давай. Ай-яй. Вот это мясо. Там сверху кто-то есть. Ну, где-то. А я почему я не этот? Блин. О, вон. Так я же говорил, да. Там вот же вот эта Шелли сидит. Ок, так, ну что, вам капец. Там мне надо откушиваться, блин, а я не могу ничего, ни в кого попасть с близкого расстояния. Так, не спеши. Нам главное видеть, где противники. Нас вырезают именно вон. Вон было. Вон там. Так, ладно, это будет вон. Можно было даже его не убивать. Блин, да что ж такое? Нет. Чё, молодец. Двоих. А, он ты его добил все-таки, ну, как-то вот так. Блин, 2 победы, чьи 2 поражения. Ну, в первой катке я сглазил опять, а вот во второй мы просто попёрлись, я не знал, что там этот динамайк будет. Да, так, какая следующая карта? Убежище. Так, убежище, там вроде пика, там самый лучший пик рекомендовали, это Мистер Пи и этот... Блин, забыл. Мистер Пи и Джин. Ну, дело в том, что я Мистером Пи не сильно играю. А Джин... А ты не хочешь динамайком продолжить играть? А, так, все, решили мы взять такой, ну, это даже не пик, мы просто такое придумали, сами, чтобы не менять динамайка, а я попробую Леоном. Я им хоть и не сильно, в принципе, много играл, как бы, но вот на этой карте за счет инвиза, если получится. Так, давай, ты туда. Там тоже, кстати, Леона, видишь? Некоторые берут все, что хотят. Либо же рандом, либо что. Ай, ай-яй-яй, плохо. Нет! Уходи. Застанил, все. Блин, вообще ужас. Опа, а я еще 2 вырезал. Так, я тут баночки 2 нашел. Хорошо, сейчас давай, потому что у нас уже 5. 6 баночек. Так, ладно, я тут не буду тебя палить, идти к себе. Да, ты там где-нибудь. Ладно, я уже так. Ладно, у тебя ульта хотя бы есть, а это главное здесь. Давай, кидай. Ну, не стой. Давай. А, ну, тебе все, капец. Так, добей, все.
Вот и хорошо. Столкновение, все, мы уже... Мы уже своих... в дамках. А вон, вон, Леон, Леон, Леончик, покемончик. Блин, он был без тиммейта, ай-яй-яй! А, вот это плохо. Блин, давай-давай. Отлично. Все. Красавчик. Кину дизлайк. Я что-то как-то, блин, тоже в конце попёрся, хотя он там респаун был. Блин. Ну, зато, как я там выжил в начале после этого, блин... Ну, ты видел, короче, я не знаю, как я там выжил. После базы меня там так лупили со всех сторон. Давай, ты влево. Там по центру банок нет. С одной стороны, это хорошо. Так, надеюсь, главное то, что еще сейчас никто не придет к нам. Так, не рискуй, не рискуй, не рискуй. Ай-яй-яй, плохо. А нет! Вот, так вот, я видишь. Вот говорю то, что спасет клон. Хорошо, что не взяли этот гаджет. Нет, а я так и думал, в принципе, ну, просто... Ой, там сту, блин... А, нет, у него не 7 банок, мне показалось. Блин, я промазал, я не попал, ну, я думал, двоих застанете. Так, у него... Там же, там вот, там вроде Джин, у него ульта. Я... Так что мне держаться подальше нужно. Ой, блин, Эдгар, Эдгар, Эдгар! Отходи, отходи, отходи. Ой, хорош. Давай. Ай-яй-яй, плохо. Красавчик. Не беги, не беги, не беги. Молодец. Да, конечно. Повезло, повезло. Ай, блин, попадите в этого база. Блин, ладно, ладно, переживем. Ой, у него ульта, это сама Сашина. Ой, нет, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, давай, выручай. Блин, я... Называется, помоги себе сам. Так, стоим, пока просто стоим. У меня нету больше этих, этого гаджета имбо, так что все, сейчас надеемся на свои силы. Ну, просто теперь стоим и все, ты прикрываешь, мы ждем, пока кто-то еще кого-то там вырубит, что второе мне место... Мне против базов реально очень плохо. Я не научился еще такому этому трюку. Ладно. Так, ладно, мы идем в эти кусты. А, да, да, там кто-то сидит. Так, вот эти. Ты уже должен был прохавать все эти кусты. Эдгар, блин, улетай. Ай, блин, не Эдгар этот. Ну, в общем, нормально опять. На шару. Видишь, вначале там ты хорошо выезжаешь, потом, кажется, я танкую, как бы, все. Так, следующее. Катка в этой карте? Тихо, тихо, в этой катке. Ой, ай, блин! Мало. Ну ничего. Давай дальше кидай, дальше кидай. Надо же было дальше сразу кидать. Ты ж видел, что там дальше уже... Стоп, тут нужно прохавать сначала. Ладно, ладно, не возмущаемся, я попал же все-таки. Просто такое, как и на предыдущей карте было, когда вот... Так, Эдгар, Эдгар, когда ты сразу попал под динамайка, то есть ты побежал вперед. Ой, блин, как я дурак. Я кинул гаджет, блин, впустую. Ну, ничего, ладно. Зато она почему-то бежала просто на нас, как бы, я не знаю почему. Может, она за тобой так гналась. У меня гаджет последний остался, надо его сберечь. Беречь. Пока просто стоим. Нас тут, нам ничего, никто не надо. Стоим, смотрим, как там вокруг друг друга крошат все. У нас 4 банка есть, на карте банок было мало, поэтому как бы отхаванных будет не сильно много. Он увидел? Я вообще не хочу. Вот и все, я тоже не хочу. Жалко, что у меня ульта не заряжена, но ничего. Там получается сверху вот сидят в кустах. Так, одну команду вынесли. Не хочешь сейчас выйти и кинуть вверх туда? Не хочу, не хочу. Там просто сидят, можем потому снять. Потому что я... А, там ой, еще... там Эдгар. Я же тебе говорил, кидай. Одна, он бы прыгнул. Блин, о, тут еще Леон, блин. Так, не иди сюда, не опа. Иди сюда. Видел? Он, получается, сагрился на моего двойника, я успел его кинуть. Блин, все-таки я сейчас согласен, мы не зря взяли Леона. Видишь? Иначе мы с этим пиком Мистер Пи, этот Джин, мы бы профукались. Да, и он просто прыгали, порезали бы там.
Блин, так, стоим пока, стоим. Ай-яй-яй-яй. Там можешь ниже спуститься. Так, сейчас, блин, ульта, сейчас, наверное, улетит, надо просто пустую. Ну а что сделать? О, ну сам виноват, наперся. Так, Иван, тебе все от тебя зависит. Блин, пустую. Ай-яй-яй. Давай, кидай в него, кидай. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, все. Жесть. Как же нехорошо получилось. Я просто выстрелил все впустую, в стену всадил почему-то. Это на эмуляторе бывает такое. Ты нажал раз, а оно, кажется, несколько раз, блин, сработало. Блин, вижу этих Эдгаров в каждой катке. Ай, мой бог, ну виноват, что сделать. Ну ты того Эдгара смог вынести, так что Леон очень полезный. Эх, так, ты на какую банку? На эту или ну, на эту? Ну ты бы лучше вверх побежал бы. Ой, блин, да вот на... Против базов, как всегда, все закидывают. Ай, меня сняли. Ой, ужас. Я вообще не видел как-то. Ай, все, я убегаю, так, надо чекать кусты. Не, стой здесь, как бы там особо-то. Так, я надеюсь, сейчас никто не выпрыгнет из ниоткуда. И вам гонят то, что я тут сижу. Видишь, я хотел банок там срубить, а что-то как-то я не увидел, что там. Так, ладно, давай тут сидеть и просто хорошо выжидать. Хорошо. О, но, ой, блин. Летит. Ой, ладно. Так, оставь банку мне. Да я жду, я бы уже взял бы давно. Блин, этот бас идет. О, вообще красавчик. Проспонсировал именно. Ой, блин. О, там вот эти сидят. Уходим. Ой, блин, куда-то. 10 банок. Все, слили нас опять. Капец, ну как же так? Ну надоели эти базы вместе с этими Эдгарами. Все в каждой катке. Да. Ладно, один гем покупаем. Так дело в том, что за две попытки один гем всего. Блин. Тут 4 раза можно за один гем купить попытки, это халява. Ну да, это считай 8 попыток дополнительных. Всего 4, а за 4 гема можно купить еще 8. Все, играю сейчас, блин, серьезно. Вот вам и вот я наигрался динамайком. Не, ну было все хорошо, просто вот прошлую я сглупил. Ну а гаджет там плохо начал целиться, вот до чего докаркал. Так, тут там никого нету, надеюсь. Я просто сейчас баночки тут собираю. О, 4 баночки, это супер. Да, только я умираю. Я ж ценой жизни там их собирал. Блин, если бы ты бы успел собрать, это было бы очень классно. Пусть они там воют, не заметьте меня такой. У меня просто ульта должна быть. А, нет, ульта, что ж такое? Так, одну команду вынесли. Да видишь, там потом, как в прошлый раз, отхавалась одна команда, 13 банок, блин. Что мы против них могли сделать? Так, если сейчас Пайпер сюда пойдет, да не пойдет, значит, она вообще... Нет, она 100% почекает. Так, и три команды, пожалуйста, Пайпер, вынеси там еще одну команду, и все, мы уйдем в дым. Мы даже сражаться с вами не будем. Блин. Ужас. Ладно, все, давай. Выживаем. Ой, можно так, я не знаю, сделать. Где сейчас эта Пайпер сидит. Она сейчас может со своих тех гаджетов выстрелить. Так, ай-яй-яй. Так, все. Меня тут нету. Так, я вырубаю гаджет. Так, не иди. Так. Ворон там с такими банками. Четыре банки. Много. Ай-яй-яй, блин. Пожалуйста, да грохните вы уже эту команду. Все. Давай, закидывай. Блин. Ой, ладно, все равно. Че ты промахнулся, так скажи. Место, так что все. Че ты так промахивался? Ну докаркался. Ага. Ну ладно. Ладно, все равно второе место это тоже победное. А здесь...
кем здесь играем? Ну да. А, все, поиграем чисто дальниками на этой карте. Ну, карта, в принципе, открытая. Поэтому здесь так и надо. Хотя тут и Рика хорошо, тут ну, многие хорошо тут заходят, как бы. Ладно, просто играть я... хорошо. Когда у тебя будет мало хп, подходи ко мне, я подхилю. Сам, блин, стреляй издалека. Так, баночка. Так, добываем быстрее, а то сейчас тут все припернутся, потом проблемы будут. Блин, вот эта пассивка, инъекция, она очень полезна. Так, все, давай куда-то в кусты пока. Так, давайте сюда пока, займем это место. Что-то как-то странно, что уже 10-й бой, а на центр никто не выперся. Или по бокам много банок ну, было? Там, ну, по-моему, там воюют друг другом команды. Ну, я же там, значит, банок там, может, было много, было за что воевать. Блин, Брок тут тоже хорошо заходит, у него... Клубничка он, там уже откушалась. Это... Так, одну команду вынесли, еще одну вынесли? Ой, а нет, ладно. Блин, не попал сдалека. Так, надеюсь, у них там Бейли нету, а то сейчас придется так... Ай! Так, хватит. Я про это забыл. О, Пайпер там всё, пошла. Всё. Как они там все расслабились, я не знаю. О! О, вот, блин. Да, вот. Ой, да ладно. О, давай. Ай, нет. Ничего, сбоку меня выселили. Ладно, все равно второе место тоже хорошо. Просто простояли в кустах, да? Постояли в кустах, и там все забрались. Ай, ладно. Блин, жалко, конечно, то, что поначалу тут хотели еще кристаллы в подарок вместе с этим пином, но жалко, конечно, что их убрали. Так, пока смотрим. Там снизу могут припереться. Ага, все, не приперлись. Ладно. Они, видно, на центр побежали, там на центре он развал. Давай пока в кустах. Я чуть не хочу вообще сейчас. Ай-яй-яй-яй. Блин, я вообще вот плохо целюсь, блин, когда хилю. Нет. Хорош. Так, давай просто в кустах сидеть и дожидаться опять, как, когда там все расправятся уже. Блин, вот сейчас эта команда нарвется на нас. Идите, блин, по своим делам. Ой, а что делам. Я сделал? Чего к нам пристали? Я случайно ульту. Блин, Гео, да уйди ты от нас, блин, что ты к нам приплёшься? Да ты тоже отойди там. А, там кто-то есть, да? Да, по-моему, кто-то есть, да. Ой! Блин. Так. Как он так достал? Все, лечись. Ну, блин, сейчас Брок сильно имбовый. У него этот достающий. Он достает очень хорошо. О, блин! А, все-таки. А, он переместился. Блин, ну эти скуки, реально. Да, ладно. Все. Надо сейчас выиграть. Так, все. Ничего не комментируем. По центру банок много. Может, давай сходим по центру? Так сидит, блин. Давай в кустах. Давай по центру сходим быстренько, не? Ладно. Блин, ладно, я не хочу. Давай, я понял. На Брок этот опять. Иди, да иди отсюда. Нет. Короче, меня сейчас тут вывалят. Блин. Убегай. А куда же я буду убегать, если там мне некуда убегать? Блин. Да блин. Ты мог туда вверх убежать. Ну, вверху там тоже команда ушла. Ну, что я сделаю? Надо вместе бегать. Ладно, я думаю, этот раз сейчас добьем уже. Ну, блин, что же поделать. Тут минус еще один гем. Это нам просто получает... Нам получается просто наказание за то, что мы в кустах первый бой садились. Ну просто, блин, они там все, непонятно как все, разорвались, блин. Мы тут виноваты, что ли, то, что они там все расправились так быстренько. Ну виноваты, да, мы сидели в кустах. Так, я думаю, в тебя там кто-то попадает, просто я, как будто мне показалось, что как будто там громко кто-то кидается. Ай-яй-яй. Так, хили. Так, ты пока там отстреливай, я буду хилить. А давай же там, ты б его тоже прикрывал бы. Блин. Так, главное сейчас попадать. Давай его вдвоем зажмем, Блин, так, тихо. Ладно, все, отходим.
Ну ладно, тут пчела, она очень опасная. О, блин, Эдгар! Твой любимый. Что за невезение? Эдгара в катку засунули. Уйдите, уйдите отсюда все! Блин, что вы все опять? Ага, там тоже Эдгар. Чип, блин. Нет, не ходи туда, не ходи. Ай-яй-яй, давай-давай, собирай банки. Капец, 5 команд живо. Ходи. Опять 25. Ой, блин, ну тут куча команд. Расправьтесь уже там как-нибудь сами. Так, молодец, зажрал вообще просто круто. Так, хорошо, хорошо. Ай, блин, куда я забегал? В кусты. Капец. Все. Блин, что ж так не везет, а? Мы часто погибали, просто погибали, погибали. Блин, ну почему так не везет? Ну не знаю, ну блин, Байрон как-то вот здесь, как по мне... Блин, давай тогда вообще в кустах сидеть, мне надоело уже, реально, тут выходить на этот центр, блин, и сидеть. Бомбит уже опять. Там ну вот тогда вообще в кустах опять сидеть. Понимаешь, в том-то и проблема, что мы в кустах сидим. О, да неужели, да неужели? А вот в итоге получается. Да блин! Там эти базы, нет, я не хочу вообще туда идти. Так, давай тогда вообще этого добьем. Хотя бы. Так, у него же этот гаджет, ты же сейчас имбовый. Короче, не добили. Все равно, может отходи. у него может быть гаджет этот. Притягивающий, он сейчас по 3000 сносит, лучше не подходить. А, нет! О, да, у него гаджет, не подходим к нему близко. Это вот раньше, блин. У него ульта, у него ульта. Да я вижу, что у него ульта. Блин, он бронебойный, блин, его не пробьешь. Да блин, он бы уже давно бы уже умер. С той стороны, давай. Давай, отрави, блин! Не успел. Давай, давай, надаем на... Блин. Короче, у нас тут... А что остальные делали? Мы тут воевали полчаса, блин, против... Так, блин, давай все уже, блин, просто... Я же, в чем проблема? Мы сидим в кустах, потом в итоге кто-то... Какая-то команда идет в кусты, кажется, проверить их. И мы сливаем. Почему? Потому что... Давай там сверху пока. Потому что мы, блин, без банок. Вот сейчас придут сюда. Ладно, давайте сиди пока... Ой, блин. До свидания, до свидания. Я тебя сейчас зажму. Блин. Ладно, я... давай не будем показываться пока. Блин, да это уже бас. Показались. Что делать, что делать? Ну иди в кусты спрячься. Давай, опять 25, да что ж такое, глянь. Да пипец какой-то, а. Да что это понимаешь, такое? В кустах сидеть нельзя, блин, давай поменяем, может, бойцом, но реально, ну вот... Блин, смотри, не, подожди, смотри логику, если мы сидим в кустах, значит, она до жизни. То есть Байрон в кустах с одной банкой, это к нему подходит и его убивает. То есть взять кого-то другого хотя бы, чтобы его не убивали сразу туда, ну а как еще? Ну блин, тут другие пики есть с этим Байроном. Ну все пики, блин. Ну ты видишь, везде Байрон, а я вот не вижу, чтоб он тут. Да прям... бери Брока тогда, я не знаю, он тут имбовый сейчас по этой, по попаданию. А, в общем, решил взять опять Леона, потому что-то не идет у нас такая вот дело. Вот все хорошо было, потом раз, последний бой, как вообще просто заколдованный. Я не знаю, как сейчас попытка, но уже будет предпоследняя. Что нам по банкам нельзя, да опять, смотри, ни одной банки у нас нет. Вот блин, эти базы в каждой катке.
эти пайперы. Вот видишь, там Брок бежит. Брок, блин. Вот тогда Брока надо было тогда брать. Убивай банку. Убиваешь. Блин, а давай подхилю, подхилю. Так, все. Давай тут отсидимся, тут вроде никого нет. Ладно, я тут посижу. Ай, тихо. Они просто меня видят. Блин. Ай, не-не. Да иди отсюда. Опять что-то. Там, за забором. Да уйди ты же от меня, от нас. Лечись, лечись. Пристала эта пчела. Так, там кто-то за забором может быть. Нет, нету там никого. Давай я проверю, куда он побежит. Ладно, да там нету никого. Он кипиш наведет. Безопасности. Ого, да, там, вон ля... там сидят. Давай, а, у меня не будем же вот это туда ходить. Пассивка, вот поэтому я так попал, четко. Блин, я надеюсь, там вот там никто не сидит. Где? Напротив? Нет, вон там, вот слева, там кусты огромные. Ну так там же сидят. Там же это пчелаш. Да блин, о, вон. Блин. Блин, как ты уже надоела. Ай! И опять 25 для них. Вот видишь, опять выходит с этими банками, приезжает, кажется, кто-то, блин, и все, и хана нам. Но опять нам с банками не повезло вначале, но ни одной банки, ну блин. Вот именно все сделано на то, что, блин, мы не выиграли последний бой, смотри. Какое западло. Да хоть бы уже выиграть, я уже не могу. Это я тоже. Если честно. Что за невезение такое, зачем так наказали? Да, ну. И опять вижу, мы появляемся всегда, где банок, блин, мало. Ну сейчас так сгорит, просто реально не знаю, вот этого невезения. Так, спасибо, мистер Пи, за банку. А у да них че. Смотри, вот мистер Пи с нами все время воевал, и у него, блин, 4 банки. А тебя что, убили? А, нет, не убили. Этот мистер Пи мешает. Да отойдите вы все от нас, ну блин, я не знаю, что вы все на нас прочесть, ай-яй-яй. Меня сейчас Пи мог бы добить. Что такое вообще, вот не знаю. Банок хочется. У нас есть банок, блин, вот мне. Вот так он где-то не надо. Давай те кусты прочитаем. Давай, давай, давай. Да-да-да, там кто-то сидит, опять. Так я ж поэтому и. А-а-а! Ну вот опять, ну что такое? 6 банок, все там бегают по одной банке нормально, а у нас 6 банок нас, блин, выносят. Капец, слушай. Попытка. Последняя попытка, это будет смешно. Все попытки слить на... Блин, вот как я вот ненавижу эту проход-карту, блин, она реально ужасная. А я ее раньше любил. Блин, вот это из-за зря. Тут постоянно эти броки, мистер Пи. Отстаньте уже все от нас, блин, у нас пик слабый, наверное, вот из-за этого на нас всех крутся. Короче, я в кустах сидеть буду. Надоело. Блин, через стену взял, прибил меня. Так я же говорю, у него сейчас вот это... имбовое. Надо было его сбоку зажимать, но с другой стороны, зашел бы и зажал бы его, глянь. Просто сидеть тоже ж не вариант. Блин, ладно, я убегаю. Если бы ты еще помогал бы, было бы вообще здорово. Давай его зажимаем там, слушай. А, Mozilla. Красавчик.
Да блин, ты говорил уже, надо убивать. А, ты умер, да? Жалко. Да блин, иди там, собери банки быстрее. Где? Я ж не видел, где ты умер. Да вот они. Вот видишь, как хорошо получилось. Да... Одну банку тебе сохранил. Да умри же ты. Да что ж такое, слушай. Шелли, блин. Пэли. Там не рискуй. Ой. Да уже все. Нет, не все. Нет, ну пожалуйста. Это смешно. Это ужас. Это просто... Правда, ужас. Чё постоянно тут какие-то сильные все игроки, я не знаю. Как я его ненавижу, этот пароход, эту карту дурацкую. Она вся открытая, тут нигде прятаться нельзя. Так, ладно, спокойствие. Спокойствие, спокойствие. Я очень сильно боюсь сейчас выходить куда-то, так как без меня ты вообще ничего не сделаешь. Руки трясутся. Я боюсь сейчас идти к тебе помогать, так как я очень сильно волнуюсь, то что сейчас, блин, опять начнется это невезение. Не, как-то хотя бы... накаледовать на ульту. Опять этот мистер Пи. Давай я подманю его, отойди в сторону пока, чтоб тебя не видно было. Он тебя случайно не попал. Ага, видишь, все. Поздно. Глянь, как он хорошо прячется. Не захотел в кустах сидеть? Там воюют, не идем туда воевать. Там ворон уже, он, блин. Последняя попытка, мы это сделали. Супер Сэм над нами поиздевались, они отняли у нас все 4 гема. Да мы сами над собой поиздевались. Да, это самое жесткое в нашем исполнении испытание, самое, блин, дурацкое, в общем. Я вообще подумаю эти все моменты вырезать, то почти на час видео получается. Ладно, первое испытание парное именно вот. Кошмар, полный кошмар. Мы его все-таки прошли. А история, как это сказать, забудется, да? Точнее, а этот табличка останется, да? А все, Флэк, спасибо, до новых встреч. Давай, да, пока. Так, в общем, все, получили значок. Осталось, в принципе, пооткрывать там эти призы. Там буквально чуть-чуть. 25 500 набил. Получил ящик. А в магазине можно купить, да, вот эти ящики тоже. Получается, вот, обычный, большой и мега. Ну, тут... Ой, не то. Да что ж такое? Промахиваюсь. Тоже ничего. Так, что по Бравл Пасу? Большой. Ничего. Мега. Тоже ничего. Так, маленький ящик-то вообще. Такой. Ой, это не нужно пока. Это нужно вот сначала... открыть бойца, потом уже получать кристаллики. Ну, дайте хоть что-нибудь.
Редко бывает, когда открываешь, все полностью пустое. Вот, наверное, тот случай. Открою просто ящик. И что, последний ящик? О! Звездная сила на Бо. Медвежий капкан. Вместо того, чтобы отбрасывать врагов, назад в ловушку Бо теперь оглушает. Класс, я давно хотел об этом, потому что сколько раз бывает, врага ловушка подобьет, а потом, ну, добивает. В общем, такие вот значки. Вроде бы пока все. Сколько уже? 18 этапов прошел, через 12 этапов Лола. Но это будет уже немного позже, а на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк под этим видео, пишите комментарии по поводу нашей отличной в кавычках игры. Ну и до новых встреч, пока-пока!